История здания клуба 1 мая не ясна. Существует предположение, что это бывший барский дом, построенный в 19 веке. Но то, что это намоленное место при храме иконы Божья Матерь Смоленская, это факт. В 1925 году открылся клуб на 600 мест, самый крупный в Пушкинском районе. Это был главный культурно-досуговый центр Ивантеевки. Здесь проводилась различная кружковая работа, был духовой оркестр, хор в составе 90 человек, библиотека. И мы хотели бы продолжить эти традиции. Театральных встреч, поэтических вечеров и, может быть, малый театр, как в старые добрые времена, возьмет шефство над нами. Было и такое. И сегодня мы приглашаем вас на поэтический вечер нашего театра. Ирина Адоевцева, одна из любимых учениц Гумилева. Большую часть жизни она провела за границей, но стихи писала на родном языке, облокотясь на бархат ложи. Читает Дарья Фомичева. Облокотясь на бархат ложи, окутанная в шелк, и газ она в изнеможенье дрожи со сцены не сводила глаз. На сцене пели, танцевали ее любовь, ее судьбу. Мечты и свечи оплывали, бесцельно жизнь неслась в трубу. Пока блаженный сумрак сцены не озарил пожар сердец и призрак счастья. Но измены простить нельзя, всему конец. Нравоучительно, как в басне, любовь кончается бедой. Гори, гори, звезда, и гасни над театральной ерундой. Анна Ахматова. Я научилась просто мудро жить. Читает Вита Новикова. Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу. И долго перед вечером бродить, чтобы утолить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь пушистый кот, мурлыкает умильно, и яркий загорается огонь над башенкой озерной лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. Отрывок из поэмы «12» Александра Блока. Читает Алексей Батуров.
вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем божьем свете завивает ветер, белый снежок, под снежком ледок, скользко, тяжко, всякий ходок скользит, ах, бедняжка. От здания к зданию протянут канат, на канате плакат, вся власть учредительному собранию. Старушка убивается, плачет, никак не поймет, что значит, на что такой плакат, такой огромный лоскут. Сколько бы вышло портянок для ребят, а каждый раздет, разут. Старушка, как курица, кое-как перемотнула через сугроб. Ах, матушка-заступница, ах, большевики загонят в гроб. Зинаида Гиппиус, Воль, читает Анастасия Квардицкая. Красным углем тьму черчу, колким жалом плоть лижу, туго, туго жгут кручу, гну, ломаю и вяжу, шнурочком сучу, стяну и смочу, иглой пронижу, игрой разбужу. И я такая добрая, влюблюсь, как присосусь, как ласковая кобра я, ласкаясь, обовьюсь и опять сожму, сомну, винт медлительно винчу, буду грызть, пока хочу. Я верна, не обману. Ты устал? Я отдохну, отойду и подожду. Я верна, любовь верну. Я опять к тебе приду. Я играть с тобой хочу. Красным углем зачерчу. Марина Цветаева. Кто создан из камня, кто создан из глины? Читает Алена Пампура. Кто создан из камня, кто создан из глины? А я серебрюсь и сверкаю. Мне дело измена. Мне имя Марина, я бренная пена морская. Кто создан из глины, кто создан из плоти, тем гроб и нагробные плиты. В купели морской крещена и в полете своем непрестанно разбита. Сквозь каждые сети, сквозь каждое сердце пробьется мое своеволье. Меня... Видишь, кудри беспутные эти, живое не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская. Марина Цветаева. Вот опять окно, читает Наталья Зацепина, Курт. Вот опять окно, где опять не спят,
может, пьют вино, может, так сидят, не разнимут двое просто рук. В каждом доме, друг, есть окно такое. Не от свеч, от ламп темнота зажглась, от бессонных глаз крик разлук и встреч. Ты, окно в ночи, может, сотни свеч, может, три свечи. Нет, и нет уму моему покоя, и в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, за окно с огнем. Поет Наталья Самошкина. Романс на стихи Марины Цветаевой «Под лаской плюшевого пледа». Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон. Что это было, чья победа? Кто побежден? Кто побежден? Все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь. Все для чего не знаю слова, все для чего не знаю слова. Была ли любовь? Кто был охотник, кто добыча? Все дьявольски наоборот. Что понял длительно мурлыча сибирский кот, сибирский кот? В том поединке своеволий, кто в чьей руке был только мяч? Чье сердце ваше ли, мое ли? Чье сердце ваше ли, мое ли? Летела вскачь. И все-таки, что ж это было? Чего так хочется и жаль? Так и не знаю, победила ль, так и не знаю, победила ль. Побеждена ль, побеждена. Марина Цветаева из цикла стихов, посвященных Александру Блоку. «У меня в Москве купола горят», читает Леся Рожкова. У меня в Москве купола горят, у меня в Москве колокола звонят и гробницы в ряд у меня стоят, в них царицы спят и цари. И не знаешь ты, что зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле. И не знаешь ты, что зарей в Кремле я молюсь тебе до зари. И проходишь ты над своей Невой, а ту пору, как над рекой Москвой, я стою с опущенной головой, и смеркаются фонари.
Всей бессонницей я тебя люблю, всей бессонницей я тебе внемлю. А ту пору, как над рекой Москвой просыпаются звонари. Но моя река, да с твоей рекой, но моя рука, да с твоей рукой не сойдутся, радость моя, доколь не догонит заря зари. Марина Цветаева читает Наталья Зацепина. Поцеловала в голову, не догадалась в губы, а все ж по старой памяти ты хороша, любовь. Немножечко бы веселого вина, да скинуть шубу, о! Как по старой памяти ты загудела б кровь. Да нет, в таком году сама любовь не женщина. Сама Венера, взяв топор, громит в щепы подвал. В чумном да ледяном аду зимою перевенчанный Амур свои два крылышка на валенки сменял. Прелестное создание, сплети ко мне веревочку, да сядь по старой памяти к девчонке на кровать. Да коль опять научимся получше, чем в головочку, мальчишек целовать. Наталья Самошкина исполнит романс из кинофильма «О бедном гусаре, замолвите слово» на стихи Марины Цветаевой. Очаровательные франты, очаровательные.
прожили свой краткий век. И ваши кудри, ваши бачки, и ваши кудри, ваши бачки засыпали. Александр Кочетков, с любимыми не расставайтесь. Александр Мельников, Анастасия Квардицкая. Как больно, милая, как странно. Сроднясь в земле, сплетясь ветвями, как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы. Пока жива с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой, любимый, ты понесешь с собой повсюду родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча, не забывай меня, любимый, за расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану в короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс в млечный дым, я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. Когда уходите на миг. Поет Виктория Чернышова. Гитара Дмитрий Чернышов. Останусь пеплом на губах. Thank you.
Астахова. «Я хочу быть ребенком», читает Дарья Фомичева. «Я хочу быть ребенком, наивным и смелым, ничего не бояться и верить в добро. Я бы снова писала по черному белым. 2+2. Ну, 4, конечно, равно. И, конечно, боялась бы в школу без сменки. И, конечно, бежала бы первой звонка. С каждых чашек молочных спивала бы пенки. И не знала бы вовсе, что значит тоска. Я боялась бы папу и маму, наверное. Я боялась бы поздно вернуться домой. Мне казалось бы все в этой жизни бессмертным. И ничто не тревожило бы детский покой. Я хотела бы плакать от ссадин и шишек. И не плакать от горя ушедших людей. Я б без всякой любви целовала б мальчишек. Я б ребенком была среди этих детей. Я любила бы все, не боясь ошибиться. Я бы каждое утро спешила гулять. Вот бы мне снова в мире детей очутиться. На неделю, на день, на минуточек 5. Но, похоже, я выросла, стала огромной, беззащитной, но доброй, хорошей и злой. И домашней я стала, и стала бездомной, и тяжелой я стала, и стала простой. Наш вечер близится к концу. Свои стихи прочтет Алена Пампур. Доченька. Время года осень. Серо за окном. Детская площадка, красно-белый дом. Моросящий дождик в такт под настроение. А в кроватке рядом детское сопенье. Спит там ангелочек, маленькая дочка. Подойду тихонько, поцелую в щечку. Что мне непогода, что мне дождь, что грозы. У меня есть солнце и в лютые морозы. Утихает дождик, расцветает утро. Господи, спасибо тебе за это чудо. Лисянской, я себя не мыслю без России. Заканчивает наш вечер Олеся Рожкова. Я себя не мыслю без России, без ее берез и тополей, без ее невыплаканной сини, без ее заснеженных полей, без ее работника и Бога, человека с опытом левши. Без ее Есенина и Блока, без ее пророческой души, без ее легенд и сказок вещих, горных ветров, горьких, как полы, без ее преображенных женщин, из безвестных золушек в богинь. Я себя не мыслю без России, без родной земли, где все мое, где легла мне на сердце впервые песнь колыбельная ее. Без ее железных комиссаров, падающих с песни на уста, без ее космических икаров на своих немыслимых постах, без ее неизмеримой силы, без ее распахнутых морей,
я себя не мыслю без России, без ее любви и без моей.